Друзья, это вновь ProdExpo, и у нас новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию вы сегодня представляете? Добрый день, меня зовут Елизавета Дубина, я представляю компанию Tasty Ice Кухня. А мы занимаемся готовой замороженной продукцией, а именно готовыми блюдами, которые замораживаются с использованием шоковой заморозки, сохраняя в себе абсолютно всю ценность продукта. Это здорово. Вопрос, вы давно ли представлены в ритейлах? В ритейлах мы представлены чуть более года, но деятельность свою ведем с 2005 года. У нас на сегодняшний день есть несколько объектов общественного питания в Москве. Как велика ваша линейка? Вы делаете какие-то там 3 блюда, вы делаете чуть больше блюд? На сегодняшний день мы делаем 17 основных позиций, топовых позиций, которые уже испробовали наши потребители, любят их, покупают. Вот. А также в планах, конечно, у нас развитие. Есть еще 17 позиций, которые на стадии утверждения. И, в принципе, мы можем приготовить почти любой продукт. И такой вопрос. Вы очень редкий спикер, который может ответить, какая ваша вот стезя больше пострадала в пандемию? Готовые еды ваших кафе или ваши продукты, которые распространяются по ритейлам в замороженном виде? Где-то был просад или, наоборот, где-то был подъем? Просад был явно в столовых и кафе в наших, которые работали онлайн, и подъем был вот как раз в замороженных блюдах в айс-кухне. Диверсификация своей продукции – залог качества и стрессоустойчивости во все времена. Какие-то планы? Вы, может быть, привезли какое-то коронное блюдо сегодня, или, может быть, вы привезли какой-то продукт новый, революционный, которым хотите сегодня удивить наших покупателей? Да, на сегодняшний день у нас самые топовые позиции популярные – это авторские жульены. Они готовятся в съедобной тарталетке из заварного теста, пироги с семгой и шпинатом. Кстати, еще один очень важный факт, что мы являемся официальными поставщиками магазина «Вкусвилл Айс». Вот. Ну, по ассортименту у нас, в принципе, достаточно проверенная еда, проверенная временем на рынке 15 лет, поэтому здесь вся топовая еда, можно сказать вот так. Я уверен, многие покупатели, уже послушав вашу презентацию, захотели срочно побежать в магазин и купить вашу продукцию. Скажите, в каких регионах вы представлены? Мы представлены в Москве. У нас 2 производства на Павелецкой. Кстати, говоря о блюде, у нас большой срок хранения за счет того, что используется шоковая заморозка. И можно приобретать блюдо сразу на неделю, ложить их в холодильник, в морозилку, хранить их там 2 месяца, доставать и абсолютно... Блюдо не потеряет качество, то есть наши блюда, они никак не отличаются ресторанами и блюда, которые подаются в кафе свежими. Звучит замечательно. Спасибо огромное, мы желаем вам удачи и надеемся все больше и больше видеть ваш ассортимент у ритейлеров. Спасибо огромное. Спасибо, благодарю.